Астана Селтик, третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА. Первый матч, пятый номер. Марин Анич, автор дубля в прошлом матче. Человек, который вывел Астану. Вот в этот раунд и прямо мы видим удар. Не раз отмечали, наша команда в том году сенсационно вышла групповой этап Лиги чемпионов. И шотландские комментаторы, они также встали. Увидим ли мы гол? Давайте смотреть. Хороший навес и гол! Гол! 1-0! Да, Европа! Это Астана! 1-0! На 19-й минуте футболисты Астаны открывают счет! Браво! Браво! Давайте просто смотреть и наблюдать за ревом трибун, за этим перформансом. Молодцы! Показывает футболистам, в то время как и Брендан Роджерс, наверное, удивился. Нэн Атери чуть снова выручает. Лишить Селтика Лиги чемпионов в этом сезоне мы узнаем, естественно, через неделю. И сейчас! Ой, какой момент! Ой, какой хороший момент был только что. Справа! Навес! Мяч у Астаны! Удар был! Вот это да! В запасе у шотландцев. Удар Астаны! Состав Астаны на воротах. Первый номер, голкипер и сегодня капитан команды Ненад Эрич. Ох, какой удар! Вот как! Наших футболистов, которые сейчас имеют еще одну возможность удвоить результат! Принес Марин Аничич на 92-й минуте. Сейчас с левого фланга! Ой, как Астана атакует, а! Вы только посмотрите. Да. Мать разыгрывает и... Опасно. А вот Астану он не устраивает. И это радует. И может мы сейчас ошибиться. Удар и гол! Вот так. Дождались момента. 1-1. Наблюдать за игрой. И сейчас хороший пас. Хороший был пас. Устраивает его все. Справа. Прямо в руки Гордона. Давайте смотреть за матчем. Хороший. Нет офсайда. Нет. Нет офсайда. Удар. Итак, Ибраими. Одного обошел. Второго. Пас налево. И что будет дальше? Давайте смотреть. Удар! Аж последние минуты. Селтик 1-1. Кабананга. И... Ох, какая стычка. Скотт Браун, капитан команды, сейчас. Небольшая стычка идет. Эрич даже прибежал. Что произошло? Что не поделили? Деспотович. Кому увидим? Скотт Браун. Ну все, финальный свисток. Итак, уважаемые болельщики, любители футбола, матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА Астана Селтик завершается со счетом 1-1.